Всем привет! Наступила зима, холодно, у меня дизельная машина. И что вы думаете? Утром, когда ее заводишь, в салоне холодно, попа мерзнет. И чтобы избавиться от этой проблемы, хотя бы частично, я заказал с Китая вот такие вот поджопники с электроподогревом. Поставим, протестируем их. И потом в итоге, покатавшись несколько дней, скажу вам, годная штука или нет. Давайте смотреть. Если у вас в авто нет встроенного подогрева сидений, то выход простой. Или вмонтировать подогрев вовнутрь отдельно, или же просто заказать такие накладки с подогревом на сиденье. Большой плюс таких накладок в том, что вы можете самостоятельно регулировать температуру подогрева сидений в зависимости от ситуации, передвигая переключатель в разный режим High, Off, Low, Head. Доступные температурные режимы от 30 до 65 градусов. С помощью эластичных резиновых ремней вы легко зафиксируете чехол на сиденье любого размера. Накидка не будет ерзать и съезжать. В дизайне использована классическая цветовая гамма, поэтому накладка легко впишется в интерьер любого автомобиля. Итак, поездив несколько дней с этими подогревами для попы, скажу вам, что штука годная, работает, можно покупать, и мне и жене понравилось. Почему? Потому что она приятная, разогревается быстро, примерно за 3-4 минутки, вот, и вполне достойная для использования. Подогрев только для попы, для спины нету, но я скажу вам, что... Ну, как я себе понимаю, спина почувствует тепло не так быстро, как попа, например, потому что вот у меня куртка, вот, и прослойка между кожей, вот, и, то есть, верхние слои одежды у вас намного толще, чем, допустим, джинсы и подштанники, то есть, вот, я вот в подштанниках, в джинсах, и мне ляжки греет нормально, попу греет, то есть, пятую точку греет хорошо. Уточню такой нюанс, что подогревы работают от прикуривателя, то есть, два прикуривателя, мне нужно впихнуть в один, но он, как говорится, не впихается. Купил я вот такой вот самый обычный разветвитель, там он стоит 4-5 долларов примерно, около 5 долларов. Самый дешевый я вот на базаре купил уже с Алика, не из Бангуда, не хотел заказывать, вот, потому что они у нас недорого стоят. Но если вы будете уже заказывать, то закажите себе, получше, возможно, закажете и с большим ампиражом. Тут 5 ампер. Вот, если я не ошибаюсь. Ну, то есть можно купить, будет получше. Буду клеить разветвитель на вот такой вот скотч, двухсторонний триамовский, и буду где-то вот туда прятать. Вот где-то вот так. Ну, чтобы можно было подключить удобно и не мешая никаким другим входам. Вот так еще раз выглядит сам подогрев. Вот, выход у него сзади находится, то есть выход можно пустить вот так через низ и через зад, а я пустил просто через боковую вот часть, через боковую сторону. Ну и сейчас подключу и покажу вам. Ну вот, как-то получилось у меня подобным макаром все это сделать. Поставил я разветвитель именно сюда, потому что там очень мало места и упирается сиденье. И как вы можете увидеть, например, у моего попогрея, скажем так, есть вот такая вот система регулировки. У другого вот такая система регулировки. Но, чтобы вы понимали, это идентичные попогреи, и заказанные просто с одного сайта. Просто две штуки было заказано. Ну, так пришли, ничего страшного. Вот у нас работает, вот у нас вставляется прикуриватель, и все это работает. Итак, давайте я сейчас запущу машину. Вот, и так можем наблюдать. Значит, у нас есть две лампочки здесь. Вот одна и другая. Вот. Две лампочки, то есть видно этими лампочками, как оно работает. И у нас есть здесь очень простая регулировка. Hide — это у нас горячо, off — выключено, и low — типа среднее, то есть тепло. Я поставил выключено. Поставлю на hide, все будет работать через, ну, то есть греть будет через примерно пару минуток, 2-3 минутки. Вот, тут у нас, так, кнопочки вроде видно. Зажимаем кнопочку, оп, пошло работать. Вот эта температура, то есть это у нас 60 градусов красным, 60 градусов красным,
синим это у нас 45 и зеленым 30 градусов будет нашу попу греть. Тут также есть синий, красный, синий и зеленый цвет. Но, ребятки, если честно вам сказать, лучше, конечно, заморочиться и заказать уже себе на том же сайте, заказать вшитые в сиденья подогревы сидений. Можно передних, можно задних. Это такой вариант, скажем так. Если вы не хотите заморачиваться, если вы в электрике особо не шарите, просто купили себе сиденье с подогревом, кинули, вон тут подключили все и пользуйтесь, то есть попе будет тепло. Можно я еще ссылочки оставлю также и на спину. То есть там будет попогрей и на попу, и на спину. То есть такие вот чехлы полноценные с подогревом. Ставьте лайки, пишите, как вам данные такие вот попогреи. Мне реально нравится, можно заказывать, ссылочки я оставил там даже с купонами. Вот, я оставил, закажете подешевле. Ну вот, как-то так. У меня дизельная машина. Она греется дольше, вот, и не сразу идет горячий воздух, как в бензиновых машинах. Вот, если у вас также бензиновая машина, вернее, дизельная машина, или если у вас детки, допустим, им нужно, чтоб сразу было тепло, вот, то, ну, как вы можете смело заказывать. Вещь реально универсальная, работает, все, то есть, без проблем. Лайк, подписка, до свидания.